Итак, всем привет, дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу о такой интересной платформе, как Drops. И эта платформа решает проблему ценных неиспользуемых активов NFT, которые нельзя использовать для получения дохода. Комбинируя фракционирование NFT-кредиты без доверия и токены LP, пользователи платформы Drops могут извлекать дополнительную ценность из своих NFT. И это возможно благодаря созданию нового продукта NFT Margin. Любой NFT можно превратить в NFT с маржой, который затем можно использовать в качестве обеспечения для получения дохода и поставить на ставку для получения того же самого дохода. Как работает маржа NFT? То есть здесь идет функционирование NFT, помогающее сохранить право собственности на самом NFT. А Margin NFT – это новый класс активов NFT, позволяющий использовать NFT токены в протоколах DeFi. Learns – это протокол на основе Compound, принимающий токены управления и маржинальные NFT в качестве обеспечения. А NFT Vaults – это ставка NFT на маржу для получения комиссионных за протокол DNFT. Ну а личный токен данного проекта – это DOP, он же и токен управления. Всего данных токенов будет 15 миллионов. И основная роль DOP, что в переводе на английский и расшифровку – это Drops Ownership Power, это управлять платформой и принимать решения об использовании казначейских средств, которые могут включать обратный выкуп и распределение. Ончейн – это управление, эмиссия пула и плата за протокол будут управляться через VDOP, депонированный DOP механизм. Блокируя DOP в хранилище управления, пользователи могут создавать VDOP. Держатели VDOP могут повысить API майнинга ликвидности, проголосовать за эмиссию пулов ликвидности и так далее. Также VDOP будет использоваться для оценки NFT, проводимое сообществом для поддержки NFT с маржой. Протокол займов, основанный на Compound, будет использовать токен DOP для управления. Токен DOP будет использоваться для голосования в сети, чтобы определить коэффициенты обеспечения, выбросы DOP и добавления новых рынков. Управление вне сети, то есть здесь токены DOP будут использоваться для участия в управлении с использованием взвешенной системы с несколькими токенами. И заинтересованные стороны могут решить, как использовать казначейские средства Drops, проголосовать за обратный выкуп и структуру распределения. Также здесь вы на сайте можете, значит, увидеть инвесторов и директоров компании. Также нужно отметить, что протокол кредитования Drops уже работает в тестовой сети Ethereum, принимая в качестве залога токены LP на управление NFT и фракции NFT. И также пользователи могут использовать свои токены для заимствования активов, включая WBTC, Ethereum, USDC и DAI. Сообщество DOP будет решать через процесс управления в сложном стиле, какие рынки открывать, их лимиты и сопутствующие факторы. Также здесь заложен фонд, но самое лучшее еще впереди. Я думаю, скоро они покажут, как займы будут работать с токенами и активами NFT. Но вскоре после этого будет расширен до решения уровня 2 полигон. Что касается самого проекта и его продвижений на текущий момент, здесь они доступны на DexTool, также доступен токен на Uniswap, да, здесь вы можете данный токен также обменивать, доступна пара DOP Ethereum. А также мы можем отметить, что здесь вы можете также торговать на бирже Gate.io и торговать токен к USDT. То есть там он тоже доступен. Если мы говорим про график, ценовую политику данного токена, то сейчас за последнее время, конечно же, здесь он хорошо упал. Я думаю, что для кого-то это возможность купить и разбогатеть, потому что покупать тогда, когда льется на улицах и рынках кровь, и богатеют тогда, когда эйфория. Кроме того, данный токен есть на CoinMarketCap, то есть здесь вы тоже его найдете.
и его расписана здесь капитализация, эмиссия и полностью цена. То есть здесь вы найдете полностью его, также социальные сети. Кроме того, здесь есть данный проект в Твиттере. И кроме того, у данного проекта, конечно же, есть white paper, как у любого другого хорошего проекта, который имеет даже под собой какую-никакую основу. Также через сайт вы можете посмотреть презентацию, как именно это все работает, как работает именно этот проект, на чем он основывается и какая его вообще цель. И поэтому полезные ссылки, в том числе на данный проект, я оставлю в описании. До новых встреч!